Группа спецопераций? Вы что, от ЦРУ? Почему вы сразу не сказали? Эй, Голд, хватит, не могу больше. Но я мог бы тебе помочь. Да уж, точно. Погодите, вы должны мне помочь найти этого парня. Вы ведь уверены, что он ключ ко всему? Костюм! Алькатрас в комплекте с костюмом. Вот наше оружие. Да, Чайна, есть что-нибудь? Чисто, мэм. Зачистка завершена. Идем обратно вдоль берега. Не думаю, что мы... Вот! Это его сигнал! Есть! Чайну! Быстро к машинам! Он наш! Сюда! Мы здесь! Сюда! Маскировка включена. Маскировка включена. Господи, я думала, ты уже давно кормишь рыб на дне. Что ж, прощай, Харгрив. Теперь мы сами за себя. Рад тебя видеть, старина. Слушай, я придумал... Все потом, профессор. Лекцию продолжите. Читать по дороге. Сюда, быстро! Добраться до постройки цефов в парке. Сесть в машину. Алькатрас! Чувак, ты это сделал! Раз, что обнаружилось в памяти пророка. Похоже, база цефов находится прямо под резервуаром в Центральном парке. Туда ты и отправился, пророк. Там у них главный распределитель спор и вообще центральный пункт. Если ты в своем костюме туда проникнешь, у нас есть шанс нанести удар цефам в самое сердце. Ох, надо пробиться в парк, пока еще время осталось. В канале, мэм, и так продолжай. Полковник Баркли, это лейтенант Тара Стрикман от группы спецопераций. Мы на пути к Центральному парку, вооружены. Идем выбивать оттуда цефов. Захватили транспорт СЭЛ, нужна поддержка с воздуха. Поддержите? Мисс Стрикман, это Баркли. Слушайте внимательно. Я только что с боевых действий дрались против Пентагона, который тут решил, что ядерный удар по Манхэттену – это неплохая идея. Сэр, но это безумие. Город полон народа, а еще есть Бруклин, Джерси. Понимаете, радиации и все такое. Они не смогут. Еще как сделают, мисс Стрикман. Для них это необходимая плата за то, чтобы остановить цепу. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что предлагаю альтернативы. И работенки это дерьмовые. У вас есть краткий промежуток времени, за который нужно делать все, что вы планируете. А потом... В общем, вы поняли, да? Никак нет, сэр. Профессор Булт убедил меня, что у нас есть шансы победить, но действовать надо быстро. Повторяю вопрос. Вы будете участвовать? Казах! Оставайтесь на связи, лейтенант. Я прикинул, что можно сделать.
как раз отдавись! Опасность. Черт, где его сигнал? Алькатрас, если ты меня слышишь, я включаю наш маячок. Поднимись на возвышенность и поймай его сигнал. Нас тут прижали, цепи повсюду. Я постараюсь пробиться к Баркли. Пройти через здание и вернуться к конвою. Маскировка доступны тактические возможности. Полковник Баркли! Сэр! Где моя поддержка с воздуха? Мы тут зажаты! Посылаю штурмовик к вашей позиции! Стартует от Магуайра! Но у цефов там какая-то глушилка сигнала стоит! Так что пилоту нужна помощь в прицеливании! Если Алькатрас с вами... Алькатрас, поднимайся наверх! Авиация уже в пути! Алькатрас, мы летим вслепую. Нам нужно видеть цель. Срочно! Маскировка отключена. Доступны тактические возможности. Маскировка отключена. Алькатрас, вызов! Мы связали сигнал вашего костюма с нашей оружейной установкой. Нам понадобится помощь с определением линии прицеливания. Подтвердите в случае готовности. Алькатрас, вызов! Подтвердите линию прицеливания. Мы в боевой готовности.
Удар через 3, 2. Черт, это было слишком. Слишком. Алькатрас, дорога свободна, пора ехать. Спускайся ко мне и побыстрее. Маскировка отключена. Вертолетов, конфискованных у СЭЛ. Это все, что у нас есть. И мы зверски опаздываем. Внимание! Если ситуация не будет разрешена,
Пентагон санкционировал нанесение ядерного удара по Манхэттену. 20-минутная готовность. Поэтому, что бы ты ни решил делать, иди сюда и делай это очень быстро.